Сорт Кайзер. Очень красивый розовый махровый сорт. Цветочки до 7 сантиметров в диаметре. Это его первое цветение. Данный сорт Клематиса цветет дважды в год. Первое цветение в июне на побегах прошлого года, если они хорошо перезимовали. Второе цветение будет в августе на побегах текущего года. Клематису нужна опора. Здесь он у меня растет пока временно. Буду его осенью пересаживать на солнечное место. Опору создам ему в виде лестнички, чтобы он хорошо красиво вился. А здесь пока ему очень нравится. Цветет он здесь пышно, обильно. Солнце сейчас уже у нас садится, поэтому цветочек смотрится вот так вот красиво в тени. Для клематиса лучше выбирать солнечное место. Подкармливать его желательно, как и все цветы, как минимум 3 раза за весь вегетационный период. Ранней весной, при появлении бутонов первых, первой волны в июне, и при появлении второй волны бутонов на побегах этого года в августе. Вот такой замечательный клематис цветет без проблем, очень обильно и очень долго. Эти цветочки держатся у меня уже 2 недели. Распускается он постепенно с вот таких вот звездочек до полной махровости, полного раскрытия бутона.